старте. Контрольный пункт, его здесь проходим, печати ставим. Пока что мало людей. Так. Опа. Поставил печать. Хрен его знает, в общем. Старт через 10 минут, за кем поеду, не знаю. Кто-то сам по себе стартует. Фиг его знает, что делать, короче. Куда поеду, кого? Ладно, будет видно. Старт не здесь даже. Поехать туда на разведку. Пойдем глянем, что там дальше. Жуточный пункт. Второе КП. Жесть, велик. Пипец. Что ж, можно сфотографировать интересный конкурс. Можешь поднапрячь его. А то, кстати, нифига не больше, вот больше вот тут, мне кажется. Ну, сберите несколько раз. Только, хочу сказать, как бы, легко. Итак, 53 сантима. 53 сантиметра, как вас зовут? Мария, Мария, фамилия так. Так, а здесь кое-что интереснее. Тропа заканчивается. И что мы видим? Смотри, тигр. Там пантера и волк. Здесь тоже волки. Такие прикольненькие. Интересно. Yeah.
велопрогулку. Все, кто только что приехал, давайте скорее сюда. У нас здесь шикарный большой баннер для фотосессии, как мы и обещали. Так что давайте скорее сюда, будем фотографироваться, делать хэштеги. И не забывайте отправлять эти фотографии в Да, я не гоняю. Чё за хрень?